непосредственно на убытие выполнения задач. Каждый военнослужащий имеет, ну, во-первых, сам стоит экипирован в бронежилете, разгрузочный жилет, оружие, соответственно, шлем. Это у него все в рюкзаке, полностью с собой комплект нательного белья, притороченный спальник, здесь коврик, маскалат, ну и, соответственно, тебе. И у него отдельно вот баул такой, особенно сейчас, с учетом грязи, вот, осень и весна. Зимой вот это осень. Ну, соответственно. Вижу. Да, здесь исключительно надо. Да. Такой. Главное, чтобы она была. Да, она есть. Вот в таком виде, повернись кругом. Ну, в принципе, все позволяет ему переносить для выполнения задачи. Конечно, он это снимает, оставляет с собой малый рюкзачок. Вот, коврик может оставить. И сюда, соответственно, сухпаёк и. Для выполнения задач боекомплекта дополнительно все укладывает. Это все у него как бы там в тыловой зоне хранится, а потом после возвращения.